учитывая все тенденции, которые мы уже наблюдаем под так называемым болотным процессом, ничего неожиданного не произошло. Самое, может, какое-то незначительное, но яркая деталь, что если мы знаем, что в процессе так называемых 8 фигурантов, судья Никишина исключила поджоги из фабулы обвинения, а Косенко, он остался поджигателем. Михаил Косенко направят на принудительное лечение в одно из специальных психиатрических заведений в Подмосковье. Там в течение полугода будет комиссия, которая переоценит его состояние. И, соответственно, будет решаться вопрос об изменении режима. Возможно, такое, что смягчат режим, да, вплоть до амбулаторного. А как вы считаете, насколько это возможно? Вот, в ближайшие полгода это небольшая вероятность. А как вы оцениваете сегодняшнее судебное решение? Сегодняшний процесс, он предсказуем на 100%. Продиктованное постановление. Никто не удивляется этому. Никто всерьез переоценивать или каким-то разбираться в вопиющих нарушениях не намерен. Почему, с вашей точки зрения, суд не дает провести повторную экспертизу? Ни Москаленко не давала, ни сейчас даже вопросы не стали рассматривать. Наверное, потому что наша психиатрия мигрирует в сторону карательной психиатрии. Наверное, потому что это затягивание процесса, лишняя головная боль для власти. Наверное, потому что те нарушения, которые очевидны, они всплывать не должны, по мнению некоторых чиновников.